Служба безпеки України викрила бойовика так званої народної міліції ДНР, який обстрілював позиції українських військових. Із лав терористів він звільнився у 2019 році, а зараз, після трирічної паузи, знову виявив бажання піти на службу для вчинення диверсій проти сил ООС. Слідчим вдалося встановити точну інформацію про бойовика, а також перехопити його телефонну розмову із куратором, який пропонує терористу новий контракт. Алло, привет. Привет. Смотри, документы готовы. Жилье мы уже тебе уже нашли. Ну, вообще готов ты работать, да? Чтобы не было такого, что как тебе даст команду, а ты сразу же, чтобы не давал заднюю. Когда служил ты? На какой должности был? 18-19 год. Я был рядовой, гвардии рядовой. А на позиции была должность старший стрелок. Какими оружием ты владеешь? С какого оружия ты стрелял? Ну, я самое хорошо стреляю из РПГ, ДШК, ПК, РПК, АК, АКМ, АК-74. Как часто ты стрелял? С РПГ, ну, я за месяц 7 раз, короче. Ну, это на учениях ты или где ты стрелял? Нет, это прям, ну, бои именно, на Седодарской дуга, Кикимора. А ты на каких боях, при каких боях ты участвовал? Я служил, я воевал только на Седовласской дуге. И что там по укропам, что там у тебя по результатам? Попадания были? Ну, мы их убивали, мы как смотри, нам разведка докладывала, короче, наша, что мы, короче, я его укропом в блиндаж, короче, попал. Снаряд пошел, залетел в кормушку, в бойницу, вот, короче, сыграл там от какой-то железяки и пошел по окопу. А контузию где ты получил, вроде бы, помнишь? На контузию, короче, я как получил, ну, у меня рядом, короче, и за спиной, там, за блиндажом, короче, разрывались снаряды. Ну, так, короче, было, взрывная волна, короче, отдавала, да, мурашила. Ты говоришь, что ты завалил там укропу. Не было никаких у тебя там, как-то, не знаю, там, духовных каких-то, моральных, там, не знаю. Да я знал, что это враг, его надо убивать, и мы все там, что его надо хлопать и все как-то. Встретишься лицом к лицу, то ты, ну, не начнешь там. Я убью его, и все, ебать, и все. Все, я тебя услышал. Смотри, будь готов там, очень скоро уже там тогда в бой будем идти. Ага, я понял. Да, так что будь готов, будь на связи. Чоловік ніс службу у так званій 9-й роті 3-го мотострілецького батальйону 7-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу Народної міліції ДНР. Там він отримав позивний «Грифон». Встановлено, що бойовик готовий відновитися на службі у так званій ДНР. За даними слідства, бойовик ніс службу у складі незаконного збройного формування так званого ДНР з 2018 року. Саме там він пройшов бойову підготовку та із застосуванням зброї різного калібру та призначення брав участь у бойовому протистоянні військовослужбовцям Збройних сил України. Слідчі СБУ повідомили заочно йому про підозру за частиною 1 статті 258 прим. 3 Кримінального кодексу України. Наразі бойовика оголошено у розшук.